Уважаемые зрители, мы всегда рады видеть вас на наших концертах и заботимся о вашей безопасности в период неблагоприятных эпидемиологических обстоятельств. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции каждые полчаса в филармонии производится санитарная обработка контактных поверхностей в залах, гардеробе и местах общественного пользования. Сотрудники филармонии, работающие со зрителями, снабжены медицинскими масками, латексными перчатками и бесконтактными термометрами для измерения температуры. Просим с пониманием отнестись к мероприятиям по предупреждению и распространению инфекций. Уважаемые зрители, просьба на время концерта отключить сотовые телефоны. Спасибо за внимание. Для просмотра предстоящей программы возрастные ограничения не установлены. Добрый вечер, уважаемые слушатели! Мы рады приветствовать вас на концерте ансамбля скрипачей «Созвучие». Сегодняшний концерт «Весенний дивертисмент» будет наполнен изумительными по красоте мелодиями, лучшими страницами мировой музыкальной классики, прекрасным настроением, навеянным наступлением весны, навеянным музыкой. Надеемся, что вы сегодня получите настоящее эстетическое удовольствие от общения с нашими замечательными музыкантами. Я с большим удовольствием приглашаю на сцену ансамбль скрипачей «Созвучие». Художественный руководитель ансамбля, лауреат международных конкурсов Наталья Клименко. В исполнении наших музыкантов сегодня будет звучать разная музыка. Музыка разных эпох, разных стилей, направлений, зарубежная и отечественная классика, музыка из кинофильмов, песни эстрадного направления. В общем, будет охвачен очень широкий круг жанров. Откроет концертную программу произведение композитора 20 века Мурада Кажлаева «Полет скрипок». Исполняет ансамбль скрипачей «Созвучие» концертмейстер Евгений Чеботарев. Thank you.
В первом блоке нашей концертной программы прозвучат страницы мировой музыкальной литературы. Музыка Дмитрия Шостаковича, Руджера Леонкавалла, Антонина Дворжика. Три музыкальные странички из цикла «Пять пьес для двух скрипок» Дмитрия Шостаковича. «Прелюдия», «Элегия» и «Полька». Thank you.
Итальянских мелодий. Прозвучит произведение композитора конца XIX века Руджеро Иоанкавалло. Нам он больше известен как оперный композитор, автор знаменитых паяцев, однако ему принадлежит большое число красивейших лирических романсов. И один из его самых известных романсов мы сейчас с вами и услышим. Руджеро Иоанкавалло «Расцвет». Поет солист Государственной филармонии Кузбасса Дмитрий Ганин. Thank you.
композитор. Для ансамбля скрипачей созвучий одним из таких авторов стал чешский композитор, представитель музыкального романтизма Антонин Дворжик. Ни один концерт обаятельного созвучия не проходит без его лирических, мечтательных мелодий. Дворжик, помню! Антонин Дворжик, юмореска. Thank you.
откроет русский блок концерта, произведение, которое, в общем-то, не нуждается в представлении. Оно является шедевром не только отечественной, но и мировой музыкальной классики. Романс Георгия Свиридова из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Сенью романса с 19 века, периода яркого расцвета жанра, и по сей день профессионально.
профессиональной композиторской музыки романс остается одним из самых популярных и излюбленных жанров. И это неудивительно, потому что именно в нем, через человеческий голос, через мелодию, через проживание каждой интонации, нам приоткрываются самые потаенные и глубинные уголки человеческой души. Прозвучит романс Михаила Глинки на стихи Александра Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Исполняет Дмитрий Ганин. Thank you.
вальс композитора Евгения Дойги. Все этот вальс знают, но, возможно, не все имеют представление о том, что музыка эта была написана всего лишь за одну ночь. И уж никак не предполагал сам автор, что его мелодия будет признана одной из самых красивейших мелодий 20-го столетия. Евгений Дойга, вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Thank you.
Соловьева Седова завершила русский раздел нашей концертной программы и сейчас произведение австрийско-американского композитора Карла Шонбергера повернет вектор нашего направления в сторону зарубежной музыки 20-го столетия. Шонбергер шепотом. Thank you.
Ахи Азнавур «Вечная любовь». Поет Дмитрий Галин. Never leave you anymore.
аккорде из второй части знаменитого второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова вдохновила Эрика Кармана на создание этой красивейшей лирической песни. А мы продолжаем обращаться к американским композиторам. Лерой Андерсон, «Пустячок». Thank you.
калятка «Щедрик».
следующее. Мы должны попросить лауреата международных конкурсов Наталья Клименко. Конкурсмейстер Евгений Чеботарев. Мы благодарим вас за внимание, за теплые аплодисменты. Всего доброго, до новых встреч в стенах филармонии.